Большой противолодочный корабль «Керчь» проекта 1134Б. Это все, что от него осталось. Был красавец. Начало строительства корабля было в 1971 году. В 1972 году корабль спустили на воду. В 1974 он вошел в состав флота. В 2015 году списан, и шли переговоры, насколько мне известно, шли переговоры с Керчью, чтобы поставить его как музей в Керчь. Но, насколько я знаю, не договорились и не нашли, куда его поставить в Керчь. И вот сейчас он стоит в конце Севастопольской бухты, возле речки Черной в Инкермане, где уже практически его весь разрезали и сдали на металлолом. Конечно, очень жаль, что такой корабль мог стоять в Керчи, и мы бы им красовались, приходили бы люди, приезжали, ходили бы на экскурсию. Этот корабль первого ранга был бы гордостью нашего города. В составе Черноморского флота два корабля первого ранга, Москва и был Керчь. Вот такая вот судьба у этого корабля.